На заседании Объединенной контрольной комиссии обсудили ситуацию в зоне безопасности. Все спокойно. Передвижений военных формирований и техники нет. За неделю два происшествия. На Гиске во время сельхозработ в поле местный житель обнаружил артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Он был без взрывателя. Точно такой же нашел и житель Бендер на обочине городской дороги. Оба снаряда специалисты вывезли и обезвредили. Сегодня состоялось очередное заседание Объединенной контрольной комиссии. Был заслушан доклад Объединенного военного командования. Обстановка в зоне безопасности признана управляемой и контролируемой. Также приднестровская делегация распространила обращение к молдавской стороне. В нем подчеркивают, представители ОКК от Молдовы отказываются обсуждать вопросы повестки и требуют, чтобы в Приднестровье на дорогах страны сняли блокпосты. При этом игнорируют террористическую угрозу, которая сохраняется в Приднестровье с апреля 2022-го. Напомним, на прошлой неделе взорвался дрон в одной из воинских частей Рыбницкого района. Следующее заседание Объединенной контрольной комиссии состоится через неделю.